Привет! Сегодня у нас с вами в программе охренительно высокоточные жнецы. Мало того, что у каждого из жнецов будет усиление на разброс минус 17%, в качестве базы у этой машины установлена кабина Торера, которая еще повышает точность стрельбы установленного вооружения на 30%. В качестве ходовой используется Герида, которая еще уменьшает разброс оружия во время движения на 15-30% вперед и в бок соответственно. Ну а для полного счастья в кабине сидит Сойка. Я посмотрю потом, если с Сойкой не зайдет, то Билли, например, посадим, но для начала Сойка. Даже так, обратите внимание на эту точность и на ходу, и на то, как набирается Сойка. Ну, здесь цели, конечно, не двигаются, да, это очень важная поправка, поэтому я и говорю, что посмотрим, как пойдет. Уже 3 из 4, ну и 4 из 4, собственно говоря, есть. На такой дистанции, зажав гашетку с двух жнецов. Давай сразу на такую дистанцию попробуем, там Кайдзюха сидит. До Кайдзюхи даже с моей снаряды не долетают. Здесь точность, на самом деле, судя по всему, такая нафиг не нужна, потому что твои пули не долетят туда, куда могли бы, в связи со своей точностью. Снаряду просто не хватает времени. Жизни, здрасте. Какая-то штука приехала, убила мандрагору. Очень здорово. Где ты, штука? Штука убегает. Так, если штука сейчас пойдет в обход, то вполне... А, нет, не пошла она в обход, она здесь. Да она тормознет! Нет, блин, там еще кого-то забрали. Отлично. У нас, короче, уже минус 3. Как тебе начало? Мне кажется, это прям топовый топ. Вон, сейчас минус 4, минус 5. Я пойду утоплюсь. Очень много злых красных со всей дури прут здесь. Вот, да, вот они. Так, снова дробовод. Дай-ка через прицел, да вот сюда. Я тебя сейчас популяю. Не, Сойка, это, конечно, хорошо, тогда, когда ты верное упреждение рассчитываешь. Так, минус одна пушка. А-та-та-ра-та, минус вторая пушка. Ну, хорошо, ладно, этого пирожка раз на раз, считаю, уделали бы, если бы даже не подошел этот ховер союзный. Так, Зойка один из четырех, ясно, я понял. По таким особо быстрым мишеням отрабатывать совершенно бесполезно. Давай спасать базу, насколько можем. Блин, тоже что-то маленькое и быстрое. Дробовая дичь. О, гретый тумблер приехал тут, блин. Все, ладно, он уже не гретый, давай сюда. Забыл, кстати, важное уточнение, ЕЖ. Оба жнеца стоят на Омаморке. Причем крепко, так надежно стоят. Все, зачет, победа. Какой был первый бой и какой второй? 991 очко. Здрасте, бойня. Ну, погнали. И вот... Как назло, ни одного жиромобиля, ну, по крайней... А, о, привет. Все. Ну, это, конечно, не жиромобиль, на самом деле, но отрабатывать поэтому всяко будет проще. Какая скотина стрелял? Ты, что ли, сюда иди? Сюда пошел вообще. Что ты? С чем ты? Утащить меня хотел! Фиг тебе, я боком. Ай-яй-яй, блин, он так быстро отпустил, что я чуть не улетел в пропасть. Погоди, мне кажется ли, это мой друг из прошлого боя? Который отчаянно на меня напал. Прям вообще такой воин пустынных равнин. Эта штука опять ко мне накопалась. Так, минус Кавказ у него просто сразу отлетел. Это хорошо. Есть только одна маленькая проблема, которая заключается в том, что я тут теперь один, а врагов тут целая хреново гора. Так, ладно, наконец-то можно отпустить гашетку, где... Да ёптертыр, еще и эти ракеты самонаводяжки. Так, все, ракеты минус. Они прут, они здесь. Да сзади, кто еще только что? Союз же был сзади. Был же сзади же союз же! Куда он делся? А, он сдох. Все, ладно, вопросов нет. Совершенно никаких. Пипец, смотри! В пятером тут хреначат. Где синие? Чего они делают? А, они тоже в пятером там одного синего на центре гоняют. А, красного, то есть, господи. Какого синего? Ну ладно, первый раз мы продержались вообще шикарно, я считаю. Прям до хренилион врагов на себе протанчили, протаскали. Конечно, для бойни то, что ты там танчишь и таскаешь как-то особо пофигу, это результата не даст. Но, тем не менее, это весьма показательно просто так. Так, спокойно, здесь свои. Все равно до сих пор с толку сбивает, что если ты смотришь на врага, и его снаряды попадают тебе куда-нибудь по правой стороне крафта, то индикатор повреждений ровно справа на 90 градусов высвечивается, как будто кто-то там справа, а там справа никого нет. Hello.
Оно свалило. Так, я ему одну пушку отбил, увидел хорошо это. Этот вспых! Ты опять пришел? Почему ты еще живой? Тебе не надо таким быть. Все, прекрати. Да, Зойка в такой постоянной суете, максимум на единичке болтается какое-то время. И все. Чудненько. Опять Зойка сбросилась. Вот. А все, поражение. Блин, я что-то так увлекся, что это самое. Сейчас напарника другого посажу. 983 очка всего. Давай Билли, ладно, сюда посадим. Скорость увеличения разброса минус 10. Остальное. На самом деле Зойка очень радует из-за скорости полета снарядов. Убили Кеннета только что. Пока я дошел до центра, пока я вообще сюда дополз, там до чего-то до этого самого. А у Кеннета был радар детектора, больше ни у кого его нет. Так, давай-ка по Берику. А давай его в кабину, ладно, так будет проще, замечательно. Так, у нас уже минус 3, у врага пока только минус 2. В принципе, терпимо, а у нас уже минус 4. Эу, кто там? Там какие-то пушки пошли. Союза сзади опять колонны идут. Да не надо колонны идти одной струей-то, блин. Так, Вильям, так или иначе. Давай быстро я ему оружие хотя бы просто отрежу и переведу свой взгляд. Отлично. Если бы сейчас добил его в кабину, собрал бы больше репутации, но чтобы играть на победу, сейчас важно другим врагам пушечки отбивать. Отлично, минус пушка у этого. Минус пушка и хрен-то там. Так, погоди, ты бэкспейсер? Нет, у нас там бал еще захватят, на самом деле, пока мы тут воюем. Поэтому я пошел. Да, определенно захватят. Пока один держит нас здесь, трое там крутят и как бы... Ну и все, и пипец. Ну ладно, в этот раз хотя бы повоевал нормально. 628 очков, третье место. Ну, нормально за тот бой, я имею в виду не в плане общего результата, а в плане того, как хорошо у врагов отлетало оружие. Реально жнец просто превращается в такое снайперское оружие. Причем еще и жарит очередями. И, кстати, Билли надо было сажать сразу и не выпендриваться. Вполне с ним неплохо было, но, по крайней мере, в прошлом бою. Сейчас еще раз потестим. Ну-ка, давай заливать их прямо отсюда, вообще никуда не пойду. 300, 400, 500, неплохо. Я тебе сейчас, короче, популяю. Все, он ушел. Ему не понравилась ответочка, походу. Сотенька, две сотенки. Пошел отсюда нафиг. Так, сотенька туда, сотенька сюда. А ты посмотри, какая снайперская пушка, а? Прям красота неописуемая. Так, паучок ушел. Надо будет еще мельники тоже на таком сетапе попробовать. Того хуэра наконец-то заняли. Чем-то хоть как-то хорошо. Так, паучка здесь вырубили. Враги по базам катаются. Им как бы нафиг это, что это, война, как бы зачем? У тебя там один синий, вот они за ним поехали, пойдем. Помогать, если, конечно, еще успеем. Как я его хорошо сейчас провел-то, а? Так, назад, назад, назад. Их тут сразу три. Ну какая красота. Что, меня фокус, что ли, взяли, обиделись? Ну, попытались, по крайней мере, но не получилось. Минус пушка, я только что видел этот взрыв. Концентрация пипец нужна. Победа теперь опять по захвату. Да что ж такое? То там не популять, то тут не популять. И всего 414. Тихо, тихо, тихо. Сверчки еще у меня трышил это. Выплюнуть свои не надо. Ну-ка, туда смогу. Там, кстати, у них самонаводяшкин сидит. На мосту. Пойдем. О, здесь-то какая, кстати, хорошая, удобная цель была. Но я внезапно зачем-то напал на цистерну. Погоди, а, вот ты уже сюда уехал. Что-то на автомате такой повернулся, даже не заметил, откуда эта хрень светится. Так, а у нас на центре-то прорыв. Они прямо лезут, они прямо в наглую. Кстати, один тошек минус. Ну ладно, хотя бы один тошек минус уже хорошо. Так, слева этого забрали, зачет. Давай-ка я направо переключусь, а то здесь давит. Прям хорошо так давит. Ушел. Отлично, забрали. Так, хуйер справа, давай-ка с ним. А неплохо, 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 прям вообще хорошо. Смотри, у меня пока что ни один жнец даже не искрит.
Фу, блин, какие напряженные бои. Бои напряженные, на самом деле, просто от того, что я стараюсь в основном выбивать врагу оружие, как бы кроме шуток с таким снайперским жнецом, почему бы и нет. Я почти нифига репутации за это не получаю. И врага как бы обезоружил, сделал его бесполезным, сделал его просто вкусной такой котлеткой для своих союзников, а получил за это фигушки. Справедливо? Мне кажется, нет, но как бы по факту. Но обезоружились враги, конечно, с такой штукой, да, очень кайфово. Если еще что-то хочется посмотреть на геридах с тарэркой и с бонусами на точность, пожалуйста, ребята, дайте мне знать в комментариях. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.